Настоящая рыба. Чтобы сделать эту необычайную игрушку, нам необходима тонкая полоска бумаги и ножницы. Сначала сделаем две линии с двух сторон и отрежем по этим линиям не до конца. Теперь присоединяем их друг к другу. При этом получаем форму рыбы. Теперь возьмем цветные ручки и украсим наши рыбы. Сделаем много рыб различных цветов и форм. Сделаем даже число восьмерку. Теперь возьмем все объекты и подбросим в воздух. Как видите, рыбы, кружась, начинают падать вниз. Они будут постоянно вращаться, поскольку они падают к основанию.